Секретные документы об украинском контрнаступлении попадают в открытый доступ. Россия формирует специальные отряды для городских боев, а в Мелитополе снова что-то взрывается. Обо всем этом поговорим в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Израиль нанес удар возмездия по объектам Хамас в Ливане и Газе. Недавно я ясно дал понять, что наши враги не должны недооценивать нас. Внутренние дебаты в Израиле не помешают нам принимать меры против них, где бы и когда бы это ни было необходимо. В чем США и союзники помогут Украине? Исключительно Украина может решать, когда, каким образом и по какой условии положить конец этой войне. О чем Лавров договорился с министром иностранных дел Турции? Мы продолжим прилагать наши усилия в весенние месяцы, когда ожидается потенциальная эскалация, которая нас тревожит. Пишите нам комментарии, свои мысли. Спасибо, что вы с нами. Я прошу вас, подписывайтесь, ставьте лайки на видео, тогда его увидит большее количество людей. Спасибо за доверие. Начнем. Контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. Об этом говорит Тони Блинкен, госсекретарь США. Говорит, США и союзники обязались поддерживать Украину в отстаивании независимости и территориальной целостности. Мы сейчас сфокусируемся на то, что можно помочь Украине сейчас не только защищать свою территорию, но и готовиться к контрнаступлению, чтобы освободить свою территорию. Мы именно смотрим на то, что мы можем передать, потому что мы видим, что наверняка будет наступление, новое наступление со стороны России, и нужно, чтобы Украина была готова вот именно сейчас бороться с российской агрессией. Ну, исключительно Украина может решать, когда, каким образом и по какой условии положить конец этой войне. Будет время, когда нужно сидеть за дипломатическим столом и вести переговоры. Но опять Украина, украинское правительство будет решать, когда именно наступит время это делать. США хотят, то, что все наши партнеры здесь в НАТО хотят, это то, что Украина могла защищать свою территорию успешно. Потому что когда у Украины есть хорошая позиция на поле боя, тогда, когда наступит время для переговоров, она может диктовать свои условия. В вопросе Крыма президент Зеленский должен сам принимать решение, как глава государства, говорит Тони Блинкен, но учитывать волю украинцев. Снова взрывы в Мелитополе. 4 дня подряд россияне свозили технику в оккупированный город, но теперь она там и останется, говорит мэр Мелитополя. Вчора приблизно о 8:30 вечора були чутні вибухи на сході нашого міста Мелітопольського Мелітополя та на сході нашого Мелітопольського району. Це було безпосередньо в селищі Веселе. А за декілька днів до того, як там відбулися вибухи, ми повідомляли, що ворог вже 4 дні поспіль звозить туди свою військову техніку та свій особовий склад. Також є знаковим те, що ворог намагався це робити під час вимкненого мобільного зв'язку та інтернету в цьому селищі. Тож, як це виглядало? Вони почали стягувати туди свою військову техніку, військове озброєння, вимкнули навмисно мобільний зв'язок та інтернет для того, щоб наші мешканці не про що не могли повідомляти, як вважав ворог, спецслужби України та Збройні сили України, але не вдалося. Не вдалося це приховати, та біля свалки в селищі Веселому і залишиться величезна кількість як військової техніки, так і особового складу ворога. А до за день до цього була зовсім пекельна ніч у ворога, тому що на протязі 3 або 4 днів вони гвинтокрилами звозили на наш Мелітопольський аеродром чергову партію свого надважливого грузу. І в одну ніч цей груз із-за того, що не змогли подбати про правила безпеки вороги, весь цей груз вибухнув і більше цього грузу нема. І така ситуація вже 2-й тиждень. Тут очень символично, что свою базу оккупанты решили обустроить недалеко от свалки. Секретные планы помощи Украине в подготовке к контрнаступлению попали в прессу. Случайно или нет, вы сами сделаете вывод, но даже журналисты «Нью-Йорк Таймс», в чем распоряжении оказались эти документы, говорят, что они были отредактированы.
в некоторые разделы были внесены правки, не в Пентагоне. Это несложно понять по стилистике. Из-за таких правок количество потерь россиян оказалось существенно заниженным, а украинцев завышенным. Кто бы мог внести такие правки? Мы знаем о сообщениях в социальных сетях. Министерство рассматривает этот вопрос. Пентагон вроде как пытается удалить эти данные из сети, а New York Times пишут, что конкретных планов или дат, или направлений наступления в документах нет. Но, например, говорится о потребностях ВСУ по состоянию на 1 марта. Лаврова пустили в Турцию на встречу с министром иностранных дел этой страны Мевлютом Чавушоглу. Серия важных заявлений про политические приоритеты и курсы прозвучала, но в целом Турция не спешит оказывать России всестороннюю поддержку. Мы продолжим прилагать наши усилия в весенние месяцы, когда ожидается потенциальная эскалация, которая нас тревожит. Турция всегда говорила и будет говорить, что в этой войне нет победителей и проигравших. Только справедливый мир может положить конец этой войне, и на это направлены наши усилия. Мы продолжим нашу взвешенную принципиальную политику в этом вопросе. Россия усилила свою группировку в Бахмуте и стала эффективнее использовать артиллерию в этом районе. Теперь, вероятно, продвинулась в центр города. Это первые сколько-нибудь значимые успехи с середины марта, так пишут в британской разведке. Российские регулярные войска, вероятно, включая воздушно-десантные войска, очевидно, усилили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе. Существует реальная возможность того, что на местном уровне командиры Вагнера и российского Минобороны приостановили свою вражду и улучшили сотрудничество. Скорее всего, также российские войска захватили западный берег реки Бахмутка. Российские медиа пишут, что теперь, вероятно, западный путь снабжения украинских сил под угрозой. Но пока это только оценка россиян. Специальные отряды для городских боев создает Минобороны РФ на оккупированных территориях. Ротные отряды «Шторм-Z» они называются, для боев среди застроек или захвата укрепленных пунктов. По сотни человек в каждом, как предполагает в Институте изучения войны, будут развернуты на линии Авдеевка-Донецк, и создаются они из резервистов. Эффективность действий этих подразделений вызывает сомнения, поскольку они проходят только 10-15 дней ускоренной подготовки. Этого времени слишком мало, чтобы научиться выполнять сложные боевые задачи даже для военных с опытом и достичь боевой слаженности. Эти отряды создают вне обычных подразделений, и в Институте изучения войны считают, что они мало помогут российской армии в своем наступлении или отражении украинского. Ведь, скажем, возле Авдеевки россияне потеряли около 4000 солдат, ранее проходивших обучение в Беларуси. И все это за неделю. Ну, по крайней мере, так пишут в Институте изучения войны. И ссылаются они на представителя Объединенного пресс-центра войск Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского. Ликвидировать Зеленского все еще в планах Российской Федерации, говорит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. Говорит, стало попроще, но все равно опасно. В конце февраля, начале марта прошлого года был жаркий период. Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза президенту существует всегда. Поэтому соответствующие институции все это отрабатывают соответствующим способом. Еще Данилов в интервью говорил о стратегии деоккупации Крыма, о том, что в этом вопросе все зависит от России. Обменять Крым на мир предлагает президент Бразилии. Говорит, Путин не может захватить всю Украину, но чтобы наступил мир, нужно пойти на переговоры. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что Путин вторгся на другие украинские территории, он должен подумать. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое. Мы должны найти решение. Удар возмездия. Израиль контратаковал объекты Хамас в Ливане и секторе Газа. Ответ на ракетный обстрел территории Израиля накануне, которое Times of Israel уже назвали самой масштабной атакой за последние годы. Премьер-министр Ливана, откуда и велся этот обстрел, осудил атаку территории Израиля. Мы протестуем против использования ливанской территории для проведения акций, дестабилизирующих ситуацию.
По меньшей мере 5 ракет ударило по территории страны накануне, есть пострадавшие, разрушения. Остальные ракеты были сбиты системой «Железный купол». Удар в ответ по территории Ливана и Газы наносился по объектам инфраструктуры и террористическим объектам Хамас, как подчеркивают в армии обороны Израиля. Недавно я ясно дал понять, что наши враги не должны недооценивать нас, внутренние дебаты в Израиле не помешают нам принимать меры против них, где бы и когда бы это ни было необходимо. Мы все без исключения едины в этом. Мы не собираемся менять статус-кво на Храмовой горе. Мы призываем успокоить ситуацию и примем решительные меры против экстремистов, применяющих там насилие. Что касается агрессии против нас на других фронтах, то мы нанесем удар нашим врагам, и они заплатят цену за любой акт агрессии. Наши враги снова обнаружат, что в моменты истины граждане Израиля едины и поддерживают действия израильской армии и других служб безопасности для защиты нашей страны и нашего народа. Действительно, днем ранее на Храмовой горе у мечети Аль-Акса в Иерусалиме израильская полиция применила светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих. Часть из них заперлась в мечети. Замглавы Хамас Салех Аль-Аури тогда сказал, что, цитирую, «нападение на исламские святыни будет стоить дорого», конец цитаты, и пообещал сжечь землю под ногами израильтян. Спасибо, что вы с нами, смотрите нас и доверяете нам. Давайте еще поставим лайки этому видео и подпишемся на канал. Так нужно сделать, чтобы нас с вами становилось больше. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.